Смотрите, друзья, еще один сосед у наших львов появился. Вот такой вот котенок возобнил, что он тоже лев. Забрался, наверное, мясо им кидали. Сейчас посетителей стало меньше в парке, и котенку, видно, захотелось самому поискать себе мяска, и сюда забрался. Ну, мы знаем, коты прекрасно лазят, поэтому вот по этой сетке для него забраться, как и выбраться, впрочем, не составляет большого труда. Так что вот такой вот дружок.